22 октября в Императорском зале Казанского университета состоялась торжественная церемония подписания трудовых договоров с директорами основных структурных подразделений вуза, избранными на новый срок. Структурными подразделениями являются наши институты. Хочу сказать, что их срок полномочий, он связан с сроком полномочий ректора. В апреле месяце ректор университета, ваш покорный слуга, был переназначен правительством Российской Федерации на 5-летний срок, и, соответственно, истек срок действия контрактов с директорским корпусом. Было принято решение продлить на полгода приказом ректора полномочий всех директоров института без исключения, что было мной сделано, в надежде, что осенью ситуация улучшится, и мы сможем более спокойно провести процедуры новых выборов. Переизбрание прошло с изменениями. По результатам отбора конкурсно-аттестационной комиссии Химический институт имени Бутлерова возглавил Иван Стойков, Институт физики Дмитрий Таюрский, Институт вычислительной математики и информационных технологий Дмитрий Чекрин сроком на один год. Год – это год испытаний, как мы говорим. Да? Это достаточно два молодых человека, которые состоялись уже, когда университет стал федеральным. У них очень хорошие показатели, как наукометрические, так и возможности работать с индустриальными партнерами. А в Институт физики назначили человека, который имеет огромный опыт работы как в составе университета, так и за пределами нашей страны. Также на мероприятии выступил проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Сафиуллин. Он подвел итоги деятельности университета за последние 10 лет, а также представил план по развитию вуза в будущем. Вы увидите, что те задачи, которые мы ставим и на 25-й год, и на 30-й год, как требует новая программа стратегического академического лидерства, то есть они вполне достижимы. Диана Шленкова, Ленардо Влетьяров, Фарид Захитоглы, Универньюз.